Вот. И в Bitcore Capital будет две возможности пассивного дохода. Это на стейкинге нашей монеты BTCC вы можете получать от 0,5% до 1,5% в сутки, в зависимости от того, на какой срок вы монеты размещаете и, соответственно, какое количество монет, токенов вы размещаете. А второй пассивный вид заработка – это на начисляется на ваш депозит в USD, и он также плавающий от 0,3% до 1,8% в сутки. Но максимальная доходность по депозиту будет составлять 250%. То есть как только вы получили 250%, вам нужно будет сделать реинвест и приобрести новый депозит. Сейчас также дополнительно есть возможность заработка на партнерской программе, и вы сможете зарабатывать по маркетингу до 1000%. Это есть такая некая, опять же, страховая, так сказать, модель, где мы ограничиваем выплаты по маркетингу для того, чтобы наша компания была более устойчивой. И также еще одно нововведение – это страхование депозитов. Это новость, которую ждут абсолютно все. Как вы знаете, сегодня есть очень много, так сказать, компаний, которые отдают определенное время, да, то есть какой-то определенный доход, и потом закрываются. И, соответственно, люди, многие очень теряют свои средства. Мы изначально очень, так сказать, хотели сделать как раз инструмент, который мог бы сохранять ваш основной капитал, то есть ваш депозит, и, соответственно, будет два варианта: через страхование, через страховую компанию, либо через недвижимость. Через недвижимость также будет скоро информация по этому поводу. И сейчас давайте уже перейдем и поговорим о партнерской программе, о маркетинг-плане, который пока доступен в рамках инвестиционного фонда. И вы можете получать несколько видов бонусов. Бонус от лично приглашенных партнеров, бинарный бонус, лидерский бонус – это доход от дохода ваших партнеров, и квалификационный бонус. Для того, чтобы участвовать в маркетинг-плане, вам нужно приобрести один из депозитов от $150 и до $100,000. Самый минимальный депозит на $50, он не входит в маркетинг, вы можете его задействовать только на стейкинге. И, как я уже сказал, максимальная прибыль по вашему депозиту будет составлять 250%. И когда в вашей структуре, соответственно, кто-то из ваших партнеров приобретает любой депозит, вы сразу же получаете ваш личный бонус. С первого уровня получаете 3%, со второго 2%, с третьего 1%. И эти начисления, они сразу поступают к вам на баланс и доступны к выводу. Также есть бинарный бонус, как я уже сказал, и вы можете получать от 5 до 10% от товарооборота вашей малой команды, то есть в зависимости, опять же, от вашего депозита. Чем больше депозит, тем больше процент вы можете получать. И, соответственно, на этом слайде вы видите, то есть те депозиты, которые есть в компании, и тот процент, который вы сможете получить. И, конечно, вы можете делать апгрейд, то есть начать, например, с пакета на $500, вернее, с депозита на $500, либо на $1500, получать по бинару 5%, а в последующем вы можете сделать апгрейд, например, на $10,000 и уже получать 7%. То есть апгрейд – это разница между одним и другим, соответственно, депозитом. Вот второй вид бонуса – это, вернее, третий уже вид бонуса – это лидерский бонус. Вы получаете уже доход от ваших партнеров, которые получают доход по бинарному бонусу. И, например, для того, чтобы получать лидерский бонус с первого уровня 3% от дохода бинарного вашего партнера, ваш депозит должен составлять минимум $500.
И у вас также должно быть в структуре два лично приглашенных партнера с депозитами на $500. Например, для того, чтобы получать лидерский бонус со второго уровня, а также 3%, ваш депозит уже должен в этом случае составлять $1500. И также два лично приглашенных партнера. И дальше, опять же, увеличивая свой депозит, вы увеличиваете глубину выплаты лидерского бонуса. Заключительный бонус – это ваша квалификация и карьерный рост. Здесь, соответственно, считается ваш товарооборот в меньшей команде. И как только, например, ваш товарооборот составил $25 000 в малой команде, и у вас есть при этом депозит, действующий на $150, вы получаете единоразовый бонус на $500. Дальше вы повышаете свой, опять же, оборот в малой команде, например, до $50 000, и уже ваш депозит при этом составляет $500, вы получаете уже единовременную, вернее, единоразовую выплату $1500. Товарооборот в вашей меньшей команде, он накопительный, он не срезается, то есть всегда вам нужно только накопить разницу между предыдущим, соответственно, оборотом и следующим оборотом. И, соответственно, в своем, так сказать, ритме вы ну, то есть создаете этот товарооборот и получаете дополнительные бонусы. Есть на платформе определенные условия для ввода и вывода средств. Ввести средства вы можете посредством различных криптовалют, таких как биткоин, эфириум, USDT на троне и на эфириуме. Вот. А вывод сейчас пока доступен только на USDT сети Tron. Минимальная сумма на вывод составляет $50. Комиссия за ввод составляет 0%, комиссия за вывод от 3 до 10% в зависимости от платежной системы. Вывод доступен ежедневно, регламент составляет от 3 до 72 часов, это по маркетингу. Вывод ваших, соответственно, начислений по пассивному доходу доступен вам каждые 10 дней. И есть еще одно такое ограничение, что вы по маркетингу можете вывести не больше вашего максимального депозита. Что это значит? Например, у вас депозит на $3000, в этом случае в неделю вы можете вывести не более $3000 суммарно от всех видов начисленных бонусов и пассивного дохода. Поэтому если ваш доход превышает, соответственно, повышайте свой депозит, увеличивайте свой пассивный доход и увеличивайте возможности для заработка. И на этом, в принципе, наша презентация завершена.